Молодая гвардия «Единой России» отмечает свой день рождения. 16 ноября Всероссийской общественной организации исполнилось 16 лет. Отделение молодой гвардии действует и на территории Одинцовского городского округа. Местные активисты принимают участие в благотворительных экологических акциях, ведут волонтерскую работу и выполняют задачи по патриотическому воспитанию. Молодогвардейцев поздравил руководитель фракции «Единой России» в окружном совете депутатов Вячеслав Киреев. Парламентарий отметил, что на этих ребят всегда можно положиться.